производства техник. Сегодня у нас в обзоре МТЗ-1221 2009 года выпуска с наработкой в районе 5500 моточасов. Полностью исправим на ходу, обслужим, готов к сезону. Все стекла целые, нарезка работает, вам работает. Резина не показываю особо, потому что здесь стоит абсолютно новая. Ее не отдадут с трактора, поставят ручно. Обслужено все в рабочем состоянии. В тяжелых работах не участвовал. Тележки, бочки, вот все, что делал данный аппарат. Такой вот 1221 2009 года выпуска. Спасибо за внимание.